Что же, всем привет, и с вами GK. И мы продолжаем с того же места, на котором закончили в прошлый раз. То тут, то там. И будем говорить, что мы... Если ты одна по дорогам таскаешься, теперь уже не одна. Теперь она в нашей компании. Ага, конечно. Ну вот именно. Ты в нашей компании. Пили мы вместе. Вепря вместе загнали. А так и не знаем, откуда ты взялась. Женщина. А одета по-мужски, с мечом на спине. Кто-то на самом деле наемница? Просто я много путешествую, а в дороге не всегда попадаешь в такое приятное общество. Не будем это сказать секрет. Это надело говорит. За общество. Вот это я понимаю. Пьет как мужик. Мечом машет, кабана завалить может. Молодец, девушка. Ладно, ладно. Бабу, что умеет мечом работать, я уже видал. А вот чтоб верхом ездила, это ни одна не сможет. Да и что ж тут удивляться, если вы, сука, боком сидите? Может, поспорим? Что ты меня верхом одолеешь? А давай! На что? На вороную кобылу, что стоит в конюшне. А, хреново дело. Что это ты в лице переменился? Баба испугался. Это моя лошадь. Состязаться с самим бароном — большая честь. Ого! Хотел бы я на это посмотреть. Я тоже. Заметано. Но если я выиграю, то возьму твой меч. Идет. Ну, значит, смотри, сегодня не перепей. Поскачем на рассвете. После этого она исчезла, да? Зайчик, кролик, кто это? Светает. Готов? Как никогда. Скачем на перегонки до башни. По коням! Давай, Цири, удиви нас! Что? Кобыла понравилась? У меня когда-то такая была. Быстрее! Твой меч почти мой! Не дождешься! Викарь, а не девушка. Ты достойна самого лучшего коня. Кобыла твоя. Благодарю. Чё он кричит-то? Что? Есть шанс отыграться. Это что? Грифон? Еще один? Если это еще не грифон, я ничего не смогу сделать. Она кричала, как сумасшедшая. И все о споре тут же забыли. Все бежали, сломя голову, лишь бы шкуру спасти. И как? Удалось? Ну, одним да, другим нет. Но то, что вот потом случилось, должен сказать, я много чего в жизни повидал, но вот такого. Ага. Какой знакомый взгляд. А ты быстро учишься. Остальное узнаешь, когда отыщешь мою жену. Скотина. Я этим занимаюсь. Что-то результатов не видно. Нормально я так. Я сразу понял, что они разделились. Но не беспокойся, я найду Анну. Сыграем, Гвинт.
Прощай. У тебя седой тоже вид, будто трахаться хочется. Значит, здесь ночевала Цири. Это, наверное, Цири. Похоже, она уехала в спешке. Неясная природа проклятий. Лидия ван Бредеворд. Откуда у нее такое? Волчок. Вряд ли им играла Цири. А вот Гретка... Ты чего здесь и... Сука! Чё за наезд такой, а? Опа, на, ещё чё-то. Блин, как ты, что с ним делать? А, это, наверное, подождите, это... Может, я в прошлый раз что-нибудь... О, отлично, я прохожу сквозь стены. Ой. Хватит мне плеваться. Чё, пошли кажись вниз? У меня часы. Выпускай. Не дал ему договорить. Чё, нету ничего где. Ну, пошли. Трахаться хочется. Погоди, ведьмак. Когда разыщешь мою дочь, можешь передать ей вот это? Тряпичную куклу? Ага. Пошла потва. Эй, мужики, может на эту чудовищу... Что ты там себе под ног? А твое бледное рыло людей не бесит? Какой он вежливый. Сука, себя обработать, как на Леграде. Отдохни. Чего удивляться? Сами с ведьмаком связались. Откуда взялся-то этот ведьмак? Откуда надо? Так, куда нам надо? Опа. Стоп, а там вообще нет ни хрена, да? То есть сюда мы никак не попадем, да? Да. Ну чё, пошли к деревне. Не, давайте к деревне. Фух, ладно.
толку в беге? Еще бы миску молока через порог. Тогда мороки точно бы не вошли. Поболтать хочешь? Поищи кого другого. Меня от этих крыш тошнит. Ой, скверно ты выглядишь. Да. Конечно, хорошая, я бы скакал. Я же говорю, музыка, конечно, хорошая, я бы скакал. Путайся тут. Раз, два, три, ведьми в глаз смотри. Вот он. Видел я, где Андрей держит зерно. У него яма что рядом с нужником. Смотрит теперь, как бы себе в широту не достать. Хорошо. Клопот ищешь? Они сами тебя найдут. Квадгерн, смотри, что со мной сделали. Убей их. Это чудовище. Квадгерн, смотри, что со мной сделали. Убей их. Это чудовище. Наслаждайся жизнью, выродок. Покуда можешь. А много вы, значит, чудище, понимаете? Сейчас я тебе твою паршивую морду-то отряхтую. Наслаждайся жизнью, выродок. Куда летишь? Мутант. Говорят, хозяйки добрые, хозяйки милостивые. Да хранят тебя боги. Ух ты, у тебя глаза, как у моего котеночка. Но! У тебя глаза, как у моего котеночка. Смерть от отравления. Фута не знали. Вон отсюда, страхолю. Детишек, не напугай. Черные взяли вы из них. Грамота есть. Что случилось? Нам бумаги без надобности. Слава королю Родовиду. Мы сами из Новиграда. Я за вами приглядываю. Были в Узиме по делам. Вот только... Без грамоты. Что с нами будет? Солдат. Стоять! Прохода нет. Что, в городе чума? Чума? Нет. Сказали, никого в город не пускать и не выпускать. Ну, если только грамоты нету. Ты об этом? Дай-ка взгляну. Печаточки не достает. Такой, красный. Да быть не может. Может, в гражданской обороне опять заныли. Они там сейчас жутко занятые все. Ну ладно, проходи. Лол, я думал, меня не пропустят, придется переться до этой... Проходи. Можно было бы, наверное, доплыть. Стоп, моя лошадка. Какого черта? Но! Что-то не верится, что Нэнки чарами промышлял. Какая милая стала. Черный.
Помоги убогу. Так, что я вижу? А что для вас, ваша милость? У меня тут все. Отчет от торжаной вор. А? Бумаги, пожалуйста, и бутылочку туши. А бумаги-то как раз и нет. Чего желаешь? Если у меня нет этого сегодня, непременно будет завтра. Я бы хотел сыграть в карты. Посмотрю, может, что-нибудь выберу. Хех. Ага, что ты можешь? Давай-ка... Раскутю. Факел у нас есть же, да? Факел. Факел. Где факел находится, интересно? Факел. А, он у меня вроде в этом... В вещах, которые... Так. Мусор, ага. А вдруг там что-то внутри? Ха-ха. Нет, куклу нельзя продавать. А это Орина и Форина нельзя? А, вот тряпичная кукла, а это обычная кукла. Все. Это предметы для заданий. Да, значит, что мы еще можем продать? А, письмо, нетворк. Так, что у него есть еще тогда, посмотрим. А у него и краски нет, это не нужно нам. Все. Спасибо, ты меня обогатил. Будь здоров. Что тебе нужно? Будь здоров. Так. Слава Родовиду! Что это такое? Сволочь! Привет! Ну вот, пожалуйста, ведьмак. Думается... У тебя же работы хватает. Ах это... Это заказ от Риданской армии. Делать одно и то же хорошего мало. Никакой тонкости не требуется. А ты, значит, хочешь совершенствоваться? Конечно. Ремесло, оно же как бабу трахать. Ритм словил, и все-то у тебя получится. Только в конце никаких оваций. Так что, да. Есть у тебя какой особый заказ? Мы же говорим о доспехах. О чем еще? Покажи, что у тебя есть. А потом спросим, что он может для нас сделать. Минус 6, минус 26, минус 3, минус 4. Ну, не даже не знаю. Комбинезоны мне не нужны. Сапоги. Еда, чувак, у тебя есть еда? Самое главное, так, ремонтный набор ученика Броника. Даже не знаю, купить я хоть ничего. Давайте купим что. Если что, обратно дадим. Так вышло, что мне и правда кое-что нужно. Великолепно! Вот увидишь, ты останешься доволен. Будь здоров. Приветствую еще раз. Так что, под... Будет.
Приветствую еще раз. Будь здоров. Ищу Тамару, дочь кровавого барона из Велена. Твой брат сказал, она здесь. Так вас милздарь Войцех прислал? Иначе как бы я тебя отыскал? Погодите, милздарь, я ее сейчас приведу. Ты меня спрашивал? Кто ты? Тебя отец прислал? Я хотел убедиться, что ты жива и с тобой все в порядке. Меня зовут Геральт из Ривии. У меня все замечательно, Геральт из Ривии. Так, как никогда прежде не бывало в моей несчастной жизни. Теперь, когда ты это узнал, прощай. Подожди. Нам не о чем разговаривать. У тебя есть полное право злиться на отца, но он беспокоится о тебе. Полное право? О, большое спасибо. Как это ценно получить одобрение наемника. Мой отец беспокоится лишь о том, есть ли у него чем набраться. Он, конечно, не святой, но он всю округу поднял на ваши поиски. Мне кажется, для него в эту минуту нет ничего важнее, чем найти тебя и твою мать. Я в людях кое-как разбираюсь. Жаль, что он раньше о нас так не заботился. Особенно о маме. Он совершил ошибку и понял это. Я не оправдываю его, просто говорю, что он наконец осознал, что натворил. И что вы очень нужны ему. Замечательно. Я все приняла к сведению. Ты приехал, чтобы мне об этом сказать? Войцех говорит, у твоей матери на руках были странные знаки. И что чудовище утащило ее в лес. Это правда? Мы ехали к реке. Вдруг мама вскрикнула. Скорчилась, чуть с коня не упала. Я подъехала ближе и увидела, как что-то происходит с ее руками. Они будто пылали. И тогда из леса выскочило это существо. Не знаю, что это было, но зарычало оно так, что у меня кровь пошла из носа. И я видела, как оно выворачивает деревья. Я в жизни так не боялась. Оно схватило маму и исчезло в лесу. Я хотела поехать за ними, но кони понесли. Теперь я даже не знаю, жива ли она. Что ты собираешься делать? Разыщу маму. Ты знаешь, что это может быть непросто. Я не настолько отчаянная, чтобы думать, что справлюсь сама. Ну что Но же. У меня есть новые друзья. Продолжаем. Могущественные друзья, и они мне помогут. Что за новые друзья? Если это, конечно, не тайна. Никакая это не тайна. Через церковь Вечного Огня я вышла на охотников за чародейками. Это справедливые и отважные люди. И они мне помогут. Так вот, откуда эти светильники в твоей комнате? Ты увлеклась вечным огнем? Когда жар пламени вечного огня разжигает твое сердце, пламя до конца жизни ведет тебя дорогой правды и прибавляет сил. Желаю, чтобы и ты когда-нибудь удостоился этой чести. Спасибо. Когда я был маленький, меня учили не играть с огнем. Обжечься можно. А что будет с твоим отцом? Он меня не интересует. Я не вернусь к нему. Эта часть моей жизни осталась позади. Я не думал, что барон дойдет до того, чтобы нанять убийцу чудовища. Хотя, кажется, вы прекрасные следопыты. Отчаявшийся отец способен на многое, чтобы найти свою дочь. И это говорит ведьмак.
А говорят, мутации лишают вас человечности и отнимают чувства. Многие лишены человечности и без мутаций. Рад, что ты знаешь, кто я. А сам ты не представился. Граден, охотник за чародейками. На службе его королевского величества Радовида Риданского. Ты, должно быть, слышал о нас. Мне все уши прожужжали. Если кровавый барон прислал тебя за дочерью, лучше сразу смирись. В этот раз ты задание не выполнишь. Благодарю за заботу, но о моих заданиях беспокоиться не надо. Что до Тамары, она сама решит, что делать. Это благородно с твоей стороны. Отказаться от платы ради блага человека. Охотники и церковь Вечного Огня благодарны тебе. Хе-хе. Куда вы едете? Тамара должна отдохнуть. Ей через многое пришлось пройти. Когда тепло Вечного Огня восстановит ее силы, мы приступим к поискам ее матери. Пока ты не уехала, твой отец просил передать вот это. Клара? Отец велел привезти мне куклу? Смешно. Он думал меня этим купить. Передай ему, что растоптанного детства красивым жестом не вернешь. Прощай, ведьмак. Несмотря ни на что, спасибо, что дал мне выбор и не вынуждал вернуться к этому тирану. Я надеюсь, что ты понимаешь, во что ввязываешься. Всего доброго. Удачи. Котя. Мурзик. Сейчас дособираем это все и закончим, я думаю, эту серию, да? Так что всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч, пока! Шевелись, плотва. Сколько?